День семейного общения в регионе отметили с размахом. В нем приняли участие руководство региона, представители общественных организаций духовенства, а также многодетные семьи. Лучшим отцам, матерям, дедушкам и бабушкам вручили грамоты от правительства Ульяновской области. А всем остальным напомнили – семья – фундамент общества. На торжественной церемонии в Рио губернатора Сергей Морозов отметил, что улучшение демографических показателей и увеличение числа многодетных семей – это один из приоритетов региона. Каждый год у нас с вами рождается в области более 15 тысяч малышей. Вот и в этом году, на сегодняшний понедельник, у нас родилось более 10 200 ребятишек. А еще у меня в запасе есть 6 500 беременных. Семья Никитиных награду от руководства Ульяновской области получила за то, что у них четверо детей и семеро внуков. Их секрет, признается Вера Никитина, в терпении и любви. Женщина должна уметь все. Во-первых, быть очень терпеливой. Ну и навыки какие-то иметь. Сохранять семью, любить не только себя, и детей, и мужа, и самую тяжелую работу. Важным элементом дня семейного общения стал и старт акции «Роди патриотов День России». Напомним, родителям, чей ребенок появился на свет 12 июня, то есть ровно через 9 месяцев, будет подарен автомобиль «УАЗ-Патриот». Сегодня благодаря акции «Роди патриота» наша семейная политика с каждым годом становится все более соответствующей интересам семьи. И особый упор делается на поддержку многодетных. Но автомобиль, разумеется, не главное. Главное – любовь и теплота семейного общения, которые жителям региона и демонстрируют чествуемые семьи. С них берите пример. Андрей Творогов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.